В столичном парке Зарядье состоялись Дни Тверской области. Посетители смогли познакомиться с туристическим потенциалом региона, открыть для себя новые места для отдыха и маршруты для путешествий. В частности, люди узнали о глэмпингах, курортах, музеях и отелях Верхней Волжи. Совершили виртуальную прогулку по Тверскому Кремлю. Познакомились с турами и праздничными мероприятиями. А на экране туристического центра «Купол» транслировались видеоролики об истоке Волги и точках притяжения нашего региона. Как отметил президент Российского союза предприятий туристической индустрии Илья Уманский, у Тверской области огромный, еще не до конца раскрытый потенциал. Неудивительно, что москвичи все чаще выбирают для отдыха именно Верхней Волжи. При этом основными точками притяжения становятся места у водоемов.